Продается пока все еще. Лягушки. Это второе, это рим, это говядина, это капуста, это путану, лама. Это, короче, кенгуру, вот первое вот это. Тюрингию завалило снегом. Да. Офигеть, конечно. Все снег вышли чистить, а мы еще нет. В Баден-Вюртемберге нет еще. Вчера чуть-чуть был. Не думал, что Тюрингия вся в горах, одни горы. Сегодня у меня трип такой 1100 где-то будет километров, наверное. 1200. Вот. На опельке на этом стоял у меня 2 месяца. Сейчас его разогреваю. Знаете, что самое интересное, по Опелю уже и 5800, короче, прошу. Ну, как бы, конечно, я могу и дешевле, но факт то, что никто даже не приезжал смотреть. За 2 месяца даже никто не приезжал смотреть. Я просто поражаюсь, это как так? Цена-то нормальная по сравнению тоже с другими. Да главное, состояние здесь офигенно. Вон тут лес Тюринге, лес валят, лес рубят, как говорится. Возят. Одни лесовозы тут. Я что-то один тут поехал. Не знаю, никого не было. Почему-то. Хотя там знак движения запрещено. Ну ладно, это посмотрим, что дальше будет. А так, ну красиво, да. Для легковых 80, для грузовых 30, да. Странно, как тут можно 80 поехать? 50 максимум. Что продается пока все еще, но единственное, что теперь, если продаваться будет, то человеку придется подождать немного, пока другую возьму. Максимум 2 недели. Let's see.
погода вообще никакая. На улице снег и дождик, и снег. Осмотр. Opel Astra был. Осмотр сегодня. У него болезнь. Цепь гремит. Почему-то у дизельней тоже цепь. Не только у бензиновых 1.4 цепь, у дизелей тоже. Погода вон какая мерзкая сегодня. Короче, все, началась зима в Германии. Вот какие американские машины. Как она столько кушает, они их тут покупают. Скрипит. А так вот не видно, когда скрипит. Ну чего, сегодня у нас где-то 1000 километров. Я думал чуть побольше, но в одно место не успел съездить, уже темно. Смысла нету смотреть. Такую погоду еще и темно. 1000 километров, получается 500 туда, 500 обратно. Сегодня. Вот такие поездочки бывают на машине по Германии. 500-600 км. Вот. Да, снегоуборочные. Пробки грузовые же сегодня выехали. Понедельник и пробки. Из-за них стало. Ну ладно, вот еще когда в 2-3 ряда еще более-менее, а когда в один ряд дороги, там все как встанет и все, пробки. Ну, в общем, Opel Astra цепь гремит, ну и две части крашены. Ну, цепь гремит, там, конечно, пробег 135, там двояко. 135 тысяч. Там двояко может быть. Вот. На холодную, конечно. Я это все знаю, я это все делал. Конечно, эти цепи. Вот. Но там есть вариант такой. Один день поковыряться, не снимая двигателя. И все. И шум цепи уйдет. Но зато целый день ковыряться надо. Это антифриз тоже сливать. Все это все сливать. Работать с натяжителем, так сказать. Поработать. Вот. От фуры он сразу стекло загрязняется как. Так что вот кому надо Opel, пока еще есть, еще никто не приезжал даже, если честно, хоть там кто-то там писал в комментариях, но нет, не позвонили, не написали даже ничего, просто видно так просто решили написать просто в комментариях. Ну ладно, хоть так, и то ладно, пускай пишут. Что? Так что вот, кому надо, машинка, все работает, все отлично. До дома 300 км осталось. Так что вот М7-ка, М7, все, я как в России М7. Вот, семерочка, какая семерочка в Германии? Трасса семерочка.
Сегодня по четверочке тоже ехал нормально. Вот семерка, да, с одного конца Германии на другой конец Германии. Мне нравится. Семерочка. Вот бывают, конечно, пробки, но это в жаркую погоду, и если пятница, вот, на семерке. Надо осмотры, не стесняйтесь, пишите. Серебристая была опелек. Серебристый был. Там неизвестно, или башмак. Если башмак слетает, то тоже цепь гремит. Вот. Там, на башмаке там. Вот, там можно и на замену цепи попасть на двигатель. Можно. Можно и обойтись малой кровью, конечно. Но при пробеге 135 не знаю, конечно, если она долго ездила со шумной цепью, то, конечно, со шумной цепью, если долго ездить, то, конечно, там и башмак, и все и стирается. И металл, алюмишка, идет в поддон. То есть цепь алюминий трет, поэтому и шум. Если она долго ездила, 1030-40, то там, походу, подзамена цепь. То есть там полностью двигатель надо вытаскивать, иначе никак. То есть коробка снимается у Опеля. Вот свежие года, вот они пошли. 16-й, по-моему, года Опель Астры 1.6. Да, у всех такие движки, у Insignia и Zafira тоже такие же движки, 1.6 есть. Но они, кстати, экономичные, 4,2 на 100 километров, те движки. Лягушки. Это второе, это рим, да, это говядина, это капуста, это путану, лама, это, короче, кенгуру, вот первое, вот это кенгуру, и херфляш, зебра нету. Бекон свинина, лах, красная рыба, лисичка, сурими, тут осьминоги были, кончились. Сэби, не знаю. Сринс, не знаю, как его. Это Гасиус, ну, раки.
за вкусненькая рыбка. Короче, тут накладывать надо. Вот это, что я сейчас показал, что в льду лежит. Накладываешь и отдаешь, им они жарят там, ну, буквально там 15-20 минут. Гарнели. Якобы. Где палочки подойти? Они вот. И палочки. Вот шоколад. Да. Ничего. Это как маншмеллоу? Маршмеллоу берешь сюда, понимаешь? Тут шоколад, бананы или панкейки, тоже шоколад берет. Тут мороженое. Все виды. Стаканчики тоже мороженого уже. В общем, а, вот. Вот это, короче, рыба. Самая вкусная. Вообще вот это. Вот это. Офигенно. Это уже готово, я вот сейчас показываю. То, что готово. Ладно. Было очень вкусно, спасибо. Вообще вот. Сколько раз уже здесь ходим. Все очень вкусно. Ладно, пока. Короче, вот кофе. Чай. Кола. Без меры. Ну, понятно, что это. О, пиво. Две бутылки на одного человека. Вкусно. Вот здесь вот что набрали, короче. Вот. Что во льду лежит, вот здесь вот, здесь все жарится.